Ну вот, ребят, этот кубик сделал еще летом. Вот, сейчас Новый год. Очень жаль, что вчера в новогоднюю ночь мне видео так и не удалось заснять, потому что вы знаете. Дело в том, что в Новый год, как известно, никто не хочет работать. Никто не работает, как бы, в Новый год. Все отдыхают, все празднуют, всех, у всех хорошо. Короче, никто не работает. Ну и точно так же у меня не работал интернет. Просто не захотел работать и все. И, в принципе... И поэтому, увы, не получилось. Сейчас он меня почему-то заработал. Просто вчера мистическим образом он меня перестал работать. Скорее всего, тоже праздновал с кем-то Новый год. Да. Ну и вообще, не интернет, а дерьмо какое-то. Поэтому, в принципе, все нормально идет пока. Ну, у меня интернет просто ловит в радиусе 3 метров на самом деле. Я реально говорю. Ну, 3-5 метров где-то так. И все. А уже, то есть, вот, и что хочу сказать, сделал вот этот кубик, это, по сути, что это такое, это такая, есть оптическая иллюзия, когда, с одной стороны, этот кубик смотрит на вас, с другой стороны, вот этот, вот как-то правильно, надо поймать, особенно это будет очень хорошо смотреться издалека, вот видите, вот, конечно, вам будет легче увидеть эту иллюзию, вот она, видите, вот он как будто бы на вас идет. Вот, хотя все равно, но все равно, как бы это, наверняка же знаете такую иллюзию, вот. Также, если вы нарисуете на бумаге кубик вот так вот, как бы контур, то тоже будет казаться, то он так стоит, то так. Значит, что хочу сказать. Собирается, вот, он крутится вот так вот, смотрите. Вот здесь вот, как бы вот, он вот крутится вот так вот. Видите, вот эта штука, она, по сути, приклеена. То есть, получается, что он крутится так вот, так вот, так вот. И тут вот не может прокрутиться. То есть, по сути, его вернуть обратно, надо вот так сделать. Но, с другой стороны, он не может и туда пойти, потому что вот этот пригождает. То есть, вот так вот. Дальше. Здесь вот, вот так вот все наклеено, при этом здесь такая арочка. То есть, вот. Да, на канале у Супер Антонио Вивальди есть видео, как сделать такой. Я его сделал. Не так-то много их, но... В общем, вот, что, по сути, он себе представляет. Тут наклеек нету. Тут сзади, по сути, вот. То есть, вот так вот. То есть, по сути, что это такое? Здесь, по сути, что это такое? Видите, тут, по сути, склеено вот это вот. То есть, по сути, здесь как бы трое склеено. Получается, что это, по сути, сиамский кубик. Только тут вот есть вот этот средний арочковидный поворот. То есть, стоит его восстановить, и можно уже собирать как сиамский кубик. Тут, правда, небольшие проблемы, потому что вместо того, что, например, один туда, например, надо вот все обратно так. Ну, и также, тут у меня, например, 2×2×2 версия, вот, видите. Делать из кубика Рубика, конечно же. Тони Фишер оригинальный был сделан. У него был этот, как его? Да, это он был сделан из 4×4×4, там был, естественно, кубик 3×3×3. Супер Антонио Вивальди сделал 4×4×4 версию из кубика Шоу 5×5×5. Использовал, конечно же, не другие детали из пятерок. Их надо было штук 9 купить тогда. Очень много надо было купить тогда. Пятерок. Поэтому он использовал детали, сделанные на 3D принтере. Вот, надо бы мне тоже как-то их использовать. Потому что очень много уходит вот на это вот все. Кубиков Рубика всяких там тоже. Вот. Вот. Ну что хочу сказать. Давайте разберем и потом будем собирать. Что хочу сказать? Ну, в принципе, так, вот так вот теперь у нас пойдет. О, не идет. Здесь не идет. То есть надо вот так вот его. И только теперь вот так вот. Ай, тут наклейка отклеилась еще. Все-таки это же во мне. Так. Я уже давно эти наклейки не использую, уже начал использовать от кубиков Рубика наклейки. Ай, что-то клей-карандаш не хочет открываться даже. Странно что-то. Не хочет и все. Так. Может, на такой супер клей его? Она же отсюда отвалилась. Все.
как вы видите, клей не протек. Вот. Ну что, давайте. Вот, продолжаем собирать. Я потом эти наклейки, естественно, буду заменять на эти, как его. Ну, в общем, достаточно хорошо замешан. Ну и что, давайте собирать, что ли. Первым этапом, что мы, конечно, сделаем, мы восстанавливаем вот эту вот. Ну, вот эту вот арочку. То есть, по сути, вот это надо поставить вот сюда. Мы просто ее уводим так с дороги. Подставляем этот. И ставим этот. Так, что тут произошло? А, все нормально. Вот так вот. Ну, надо ему немножко осторожно крутить, чтобы они не отклеились. Как бы. Все, собрали. Дальше. Теперь мы вот этот вот элемент. Вот. Теперь что мы делаем? Мы ставим сюда вот центр. Ну, в моем случае белый центр. Вот. Вот сюда. Так, я его даже поставлю, так сказать. Так. Хорошо, ладно. Вот так. Поставим просто. Вот. Так, теперь что мы делаем? Мы, по сути, ставим сюда, естественно, зеленый, потому что тут должен быть синий, тут, как видите, зеленая сторона будет. Вот. Тут, соответственно, сиреневая. Да, почему сиреневый использовал, не знаю. Дальше, что мы делаем, это мы собираем крест. Ну, вот, например, вот этот вот элемент у нас пойдет сюда. Вот, то есть, просто как в кубике Рубика, там немножко, конечно, будет посложнее, но в целом... вот, собран. Крест уже из двух элементов. Из двух же он собирает. Нет, из трех. Тут надо вот этот еще поставить, вот этот третий, вот этот сюда. То есть, опускаем, ставим. Все. По сути, вот, собран. Дальше, что мы делаем? Мы вот этот вот рычковидный ставим угол. Сюда. А как его поставить-то? А, все. Мы его ставим вот так вот. На место. Все. То есть, по сути, собирается как сиамский кубик, только дальше. Теперь мы собираем здесь вот этот средний слой, по сути. Вот. Один поставили. Ну, теперь что мы делаем? Так, вот этот элемент. Естественно, должен пойти сюда. Что мы делаем? Мы просто пододвигаем вот этот вот слой и делаем вот так вот. То же самое делаем здесь. Вот этот элемент надо поставить как-то сюда. Мы просто берем и его... Так, сначала его надо... Вот так вот его надо как-то вот... Развернуть, на самом деле, его как-то нужно. Мы делаем обычную формулу. Так, для переворота. Только как ее делать? Как-то вот так вот делаем. Нет, нет, подождите, подождите. А, все, нам надо вот этот элемент, по сути, загнать сюда. Мы его просто берем и вот так вот. Раз... Раз, два, три. Обратно. И вот так вот. Да, небольшие будут проблемы с этими, и все. Четверка немножко тут. Вот, отодвинули грань, которая будет блокировать нам, и все. Теперь мы просто ставим последний элемент здесь. Но у нас вот этот встал. Значит, мы его пытаемся как-то разбить. И потом поставить на место. Вот. Теперь мы это должны поставить сюда. Как это сделать? Мы это сначала должны развернуть. Мы делаем так. Как его развернуть? Просто ставим вот так вот. Так вот делаем. Дальше теперь раз, два, три, четыре. Теперь делаем так вот. Так вот и так вот. Все. То есть, по сути, как-то так. Мы его развернули. Теперь мы просто его ставим сюда. Делаем так. Так, так. Там это одна из формул. Для новичков очень полезная. Позволяет загнать элемент, использовать только две грани. Можно также использовать формулу от Максима Чечнева. Он ее называет ромашкой. Есть там так, очень, кстати, хорошо составленная, вот, ну, я вот такую использую, например. Потому что у меня такая как-то удобнее. Чем-то на рыбку напоминает, но нет. Так, теперь что нам надо сделать? Нам надо ориентировать ребра. А именно, по сути, у нас одно ребро уже ориентируется, надо ориентировать это, опять-таки. Чтобы разнать вот эти два на сиамском кубике, вот эти два, мы используем формулу вот такую. Мы это вниз не поедем, тогда мы делаем раз, два, три... То есть, так. Опять-таки, не идет, потом мы это делаем вот так вот. Так. И обратно. Все. Мы поставили. И теперь нам, что нам надо сделать, это...
ориентировать углы. Вот. И у нас, по сути, что получается, у нас это делается только как в кубике Рубика. Мы бы делали этот OLL для углов. Но вот тут нам надо этот ориентировать. Вот так вот. То есть этот. Эти два уже ориентированы. То есть вот этот нам надо против часовой. Это, соответственно, по часовой. То есть против часовой нам надо его ориентировать. То есть против часовой нам надо его. То есть сейчас как бы... Так, ну этот кубик только китайский остался. Из всех, которые были. Так, 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 так. Да. Значит, этот по часовой. Вот так. Значит, против и пу. Что в данном случае делается? По сути, это у нас получились уши. А как мы уши-то делали? По-моему, вот, да, вот так, по-моему, делали, да? Все время путаюсь в этих алгоритмах. Нет. А, вот, то есть мы делаем, по сути, вот такой, и потом рыбка. Вот, ну вот, как бы вот так. Здесь, по сути, надо сделать то же самое. Но нет, нет, так нельзя. Проблема в том, что у нас, по сути... Значит, что мы делаем? Эти два нам надо развернуть. Значит, что мы делаем? Эти два нам надо развернуть. Мы делаем с этой стороны рыбку. Как бы они бы эти два угла не стояли, они всегда будут вот. И у нас теперь надо три угла развернуть. Мы делаем рыбку. Вот проблема в том, что рыбку-то сделать... Делаем, соответственно, делаем ее несколько раз. Раз, рыбка. Так. Так. И, наверное, два рыбка, да? И они у нас должны более-менее встать. Но нет. С углами еще проблема, потому что тут очень сложно понять, как они будут идти. Вот этот надо развернуть. Вот так вот. А этот вот, то есть, по сути... По сути, два угла. То есть, по сути, это у нас был бы вот... Так. Как бы это... Значит, рыбка. А дальше смотрим. Значит, тут будет... Вот так вот. Это вертолет. Так. Теперь нам надо, по сути, прийти как-то вот... этой ситуации. Как это делать? Блин. Вот так вот. Теперь мы этот ориентируем правильно. А этот, соответственно... Уже, соответственно, вот. Вот так вот. Как мы это будем решать? Сначала мы делаем рыбку. Вот. Теперь мы опять-таки, то есть сделаем, по сути, две рыбки. Вот. А, три рыбки. Все. То есть, вместо того, чтобы... То есть, просто три рыбки прогнать тупо, и все. Ну что, давайте. Значит, кто у нас тут правильно ориентирован? Этот правильно ориентирован. Это тоже, по сути, надо эти два развернуть. Три рыбки. У нас должны все правильно быть ориентированы. Ха-ха, а вот и нет. А вот и нет. А причина в том, что эти два надо еще раз просто развернуть. Раз. Два. Три. И у нас все стоят правильно. Блин. Что-то вывалился, не знаю почему. И теперь мы просто расставляем ребра. Здесь просто обычная формула Фридриха. Такая головоломка, с углами немножко приходится подумать на последнем слое, вот, чтобы как их там... Надо смотреть, OLL, подучите. Соберем. Так, так, букву Т надо прогнать тут. РУ, РУ, РФ, Р2, У, Р, ай, У, Р, У, Р, F, R, F. Все, собран. Это тоже удачной сборки. Советую такую делать. Вот, все.